Куда так спешили мужчины на белой гранте в 5:30 утра? Ответ – в багажнике автомобиля. Там 5 мешков с медными проводами. В полицию обратился представитель саратовского предприятия, сообщив, что со склада на территории завода был похищен металл. Ущерб от визита непрошенных гостей составил 35 тысяч рублей. Неизвестные на тот момент злоумышленники перебрались через забор, расфасовали провода по мешкам, погрузили в багажник, но доехать до металлоприемки не успели. Были задержаны сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром». По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам А, Б, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается. Вот так. Жажда легкой наживы до уголовного дела довела. Любителям чужого добра может грозить лишение свободы сроком до 5 лет. Анатолий Чернов, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.